Золотая пшеница, колосистая рожь, ульяновские земледельцы в передовиках. Рубеж в миллион тонн молочного зерна пройден. Праздничное мероприятие по случаю радостного события провели в Павловском районе. Глава региона Алексей Русских наградил комбайнеров за отличную работу. Здесь же развернули выставку новейшей сельскохозяйственной техники, а местные мастерицы угостили губернатора вкусной выпечкой, ароматным хлебом и овощами со своего огорода. Хлебом всех вас поздравляем! Дом ваш радостью желаем! Распишите подарить вам вот такой наш букетик! Спасибо! Очень красивый! Более 100 тысяч тонн зерна уже собрали в Чердаклинском, Сурском, Целининском, Ульяновском, Старомаинском, Маинском районах. А мелекес уже приближается к 200 тысячам тонн. Среди передовиков по урожайности – Корсунский район и 45 центнеров с гектара. Это при том, что урожай зерновых в этом году значительно ниже прошлого года. Средний показатель по региону – 32 центнера с гектара. Тем не менее, цифра значительно выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Миллион тонн для Ульяновской области – это означает, что мы преодолели ту планку, когда сможем прокормить сами себя. То есть продовольственная безопасность у нас на самом высоком уровне. И мы можем даже с вами отгружать на экспорт. Часть урожая в другие регионы страны и зарубежья идет по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на 2/3 уборочных площадей. Сельские труженики работают в полях практически в круглосуточном режиме в несколько смен. Алексей Русских поставил задачу перед аграрным сектором увеличить урожайность. Цель для хлеборобов – 40 центнеров с гектара. Анна Тищенко, Улправда ТВ.